Взгляни, как он там? Да, идите. Бишкек-круг, Бишкек-круг. Я борт 25-788. Захожу на посадку. На борту пострадавшей альпинистской экспедиции. Прошу к посадке спецмашину с реанимационной бригадой. Прием. Борт 25-788. Внеочередной заход обеспечим. Доложите контрольную точку. Прием. 25-788. Понял. Контрольную точку доложу. Валера, ничего не вижу. Сажай сам. Понял, командир. Что случилось, командир? Сам бы хотел знать. Поплыл, понимаешь? В глазах темно. А сейчас? Нормально. Будто ничего и не было. Может, показалось? Может, встал? Может быть. Ладно, пошли. Пошли. Надо врачу показаться. Здрасте. Все в норме. Тебя осматривать, только время терять. Где ты так загорел? На курорте? Как? Неужели ничего, доктор? Месяц на леднике. Отдохнуть бы. Адам, на сверху пахать и пахать. Вот будет профилактика вертолета, тогда и отдохнешь. Точно. У нас же регламентные работы на носу. И до свидания, и на Иссык-Куль. Нет, честно, устал. Горы, горы, горы. Значит, у меня ничего. Айкур. Док, спасибо. Ну что, пойдем в коттедж? Сейчас. Пойду искупаюсь. Вряд ли еще в этом году на Иссык-Куль приедут. Может, все-таки останешься?
С удовольствием. Но надо ехать. Завтра у папы день рождения. А ты позвони или пошли телеграмму, как все люди. Нет, Дамирка, без меня у него праздника не будет. Передумаешь. Видишь, и машины не останавливаются, значит, судьба. Я же вам говорила, если бы не папа, с таким трудом достали путевки. А какая вода, какой песок. И прошло-то всего неделя. И вдруг она заявляет, я еду в город. Она едет в город. Видите ли, она вспомнила, что ее папочке день рождения. Тамира, вот видишь, Зарема, она мне уже затыкает рот. И это мне, которая с ней возится, как с малым ребенком. Нет, пусть едет. Пусть едет. Здравствуйте. Вот и судьба. Будьте добры, возьмите до Бишкека. Просто такое положение. Ой, спасибо. Наконец-то хоть одна добрая душа нашлась. Айша, тебе что, особое приглашение нужно? Байке, номер вашей машины мы запомнили. Так что имейте в виду. Тебе повезло, видишь, какой симпатичный парень попался. Будь умницей. Чем ничего. Кто он такой? Артист? Поэт? Художник? Вот он какая-нибудь знаменитость. То я наверняка узнала. Нет. Он просто обыкновенный билет. Или чей-то сынок. А может, какой-нибудь оператор? Ну, что молчишь? Ждешь, чтобы я первой заговорила? Интересно, женат ли он? Обручального кольца нет. Впрочем, это не признак. Сейчас век как-то из мужчины выносит. У него, разумеется, красивая жена. Интересно, сколько ему лет? Сейчас попробую угадать. 26 или 27? Почему он молчит? Занятно становится. Да она и вправду не дурна собой. Может прекратить эту игру? И заговорить? Ну о чем? Куда она едет? Узнаю. Как вас зовут? Вы учитесь или работаете? Не правда ли здесь чудесно? Нет, нет, все это не то.
Остановите сейчас же. Остановите, а то я выпрыгну из машины. Как вы смеете? Что за фокусы? Нашелся еще тихоня. Да успокойтесь. Нет оснований для беспокойства. Вы слышите? Остановите же, вам говорят. Немедленно остановите. Да поймите вы. Не могу я сейчас остановить машину. Забуксуем в песке. И будем потом сидеть. Вдруг он замыслил. Кругом никого. Даже если закричу, никто не услышит. Неужели он на это способен? Не желаете искупаться? Не вздумайте угнать машину. Учтите, я помню ее номер. Иногда говорю. Между прочим, меня зовут Адам. А меня, между прочим, Айша. Хорошее имя. Хороший комплимент. Е2, Е4. Что? Первый ход в шахматной партии. А. Самый распространенный среди начинающих. Наверное, я такой и есть. А вы что, играете в шахматы? Братишка играет. Все уши прожужжал. А вы что, суеверны? Что за тумпой у вас в машине? Сейчас я его принесу и объясню, для чего он мне. Вероятно, он решил искупаться и заодно испытать мои нервы.
А я ему жару дала. Допустим, меня ожидает дальняя дорога. Бросаем томпой. Если Айкур, то все в порядке, полный вперед. Если та, то нормально, можно продолжать. Если бэк или чик, тогда с поездкой надо повременить. Одним словом, гороскоп. Только не непальский, а наш кыргызский. И на все случаи жизни? А если, скажем, захочется пить? Момент. Правда, не из холодильника. Спасибо. Прекрасный напиток. Арслан Боб. Я раньше такой не пила. Это из чувства патриотизма. Я ведь из Арстанбапа. Из Арстанбапа? Это там, где реликтовые, единственные в мире орехоплодовые леса? Только не иронизировать. Действительно реликтовые. Действительно единственные. Как и я сам. Ну, отдам, вы от скромности не умрете. А я там никогда не была. Что мешает? Можем съездить. Прямо так? А куда дену своего мужа? Мужа? Может, еще раз окунемся и поедем? Как прикажете. Музыку послушать? Конечно. Как я сам не догадался. Давайте я. Вы за рулем, не отвлекайтесь. У вас неплохие записи. Я заканчиваю музыкально-педагогическое, так что могу немножко судить. Буду прививать вашим детям, как говорится, любовь к прекрасному и возвышенному. Сколько у вас детей, Адам? У меня? Сколько детей? Знаете, я не считал. Я не мелочный. А вот мы какие. С вами интересно разговаривать. А где вы работаете? Угадайте. Вы явно принадлежите категории высокооплачиваемых персон. Ну уж. Творческий или научный работник? Разве они у нас высокооплачиваемые? Да, вы в этом правы. Тогда приемщик стеклотары, рубщик мяса на Ужском базаре. Ну что, Байша, вы обо мне слишком высокого мнения. Тогда вы летчик. Верно. Это у вас случайно или как? Нет. Просто когда мы выезжали из Чулпанаты, мы так внимательно смотрели вслед уходящему самолету. Мне кажется, так смотрят только профессионалы. Вы еще и наблюдательная девушка. Спасибо. Вы не хотите наблюдать в магазине за товарами широкого потребления? Хочу. А это хороший набор? На сегодняшний день лучшая модель. Я тоже с удовольствием купил бы себе этот набор. Но я из принципа не буду. Не хочу, чтобы у меня был такой же, как у ее мужа. Счетчики? Много. Будьте здоровы. Да нет, неудобно, возьмите. Обижаете, гражданочка. Ну, как хотите. Теперь вы мне и фото не захотите подарить. Говорите телефон. Я вам напишу, а то забудете.
домашний. Надеюсь, муж не ревнивый? А то дозвонюсь на свою голову. Не волнуйтесь, он у меня славный парень. И не хуже вашей жены. Интересная мысль. А вы где живете? Микрорайон Асанбай. А что? Как что? По пути. Сейчас прямо, видите, вон возле того подъезда парень сидит в белой футболке. С приездом. Привет. Айби, помоги, пожалуйста, возьми сумку из машины. Познакомься. Здрасте. Айбек. Адам. Может быть, зайдете к нам? Пиалочку чая? Спасибо, спешу. До свидания. До свидания. Да я тебя поцелую. Даже соскучилась. Как дела? Мне кажется, ты его чем-то обидела. С чего ты взял? Ты как-то неестественно себя перед ним вела. Много ты понимаешь. Папа звонил? Звонил. Он нас всех на свой день рождения приглашает. Но мама, ну, как всегда. Она дома? Нет. Да. Да? Алло. Говорите. Алло. Здравствуйте, Айша. Здравствуйте, Адам. Встречаете или провожаете? Провожала подругу. Встретила вас. Сам себе завидую. Давненько меня никто не встречал, не провожал. Город? Может, нам по пути? Город. Может быть. Я вам желаю приятного аппетита. Спасибо. За встречу? Давайте. А я думала, вы мне позвоните. Вы что, потеряли телефон? Я звонил. Несколько раз. Но всегда слышал грозный голос вашего мужа. Адам, а что вы делаете в свободное время? Допустим, после работы. Ну, как видите, завлекаю и развлекаю красивых девушек. Но вы не похожи на Дон Жуана. Знаю, женщины обожают Дон Жуанов. Но я, увы, это мой недостаток. Так будьте Дон Жуаном. Помните у Шукшина? Народ к разврату готов. А вы готовы, Адам? Ну, еще бы.
Как совершенно верно подметила ваша подружка. Дамира? Да-да, Дамира. Я уже байке. Значит, не мальчик. И, разумеется, был женат. Вы были женаты? Да. У меня большой опыт. И что же? Нас очень часто отправляли на север. К нефтяникам. На месяц, на три. Ну, а дальше как в стихах. Капитан причалил к дому, а жена ушла к другому. Простите. Да нет, ничего. Детей не было? Нет. Сначала она хотела пожить для себя. Ясно. Вы, конечно, разочарованы в женщинах. Нет. Просто после этого случая к замужним женщинам у меня несколько иное отношение. Адам, а что вы сейчас думаете обо мне? Что я думаю? Сложное чувство. С одной стороны, вы, конечно, любите своего мужа. Даже увели для него у меня из-под носа хороший бритвенный набор. С другой стороны, купаетесь тет-а-тет с незнакомым мужчиной, даже не зная его имени. И который даже не знает счета своим детям. Адам, мужа у меня нет. Правда? Я еще не успела за него выйти. А тот набор был куплен для отца. Я тогда спешила на его день рождения. А между прочим, вы чем-то похожи на моего отца. Если бы я была замужем, то неужели, как вы говорите, тет-а-тет купалась бы с незнакомым мужчиной? И пошла бы с ним в ресторан? Вы наивный человек, Адам. Разыграла вас. Неужели вы этого не поняли? Признаюсь. Меня сбило с толку придуманное вами замужество. А это от меня, Адам, для твоей девушки. Спасибо. Спасибо, Мурат. Ты даже сам не знаешь, как это вовремя. Знаю, знаю. Ну, Адам. Он раньше работал в нашем аэропортовском ресторане. Знаете, за что я хочу поднять тост? Я безмерно рад, что сегодня встретил вас. Нет, это я вас встретила. А между прочим, вам идет форма. Все, наверное, думают, что пилот обедает со своей стюардессой. Хотя я без формы. А у пилота для стюардессы есть сюрприз. Ой, какая я тут. А здесь? Адам, вы еще, оказывается, неплохой фотограф. Нет. Просто это вы красивая девушка. Слава Богу. Наконец-то оценили. Кстати, а не пора ли нам перейти на ты? С удовольствием. За ты, за я, за мы. Валера! Валера! А шашлычок, ребята, пальчики оближите. Ну и чего мы тут стоим? Давайте, давайте, идите. Мы вас позовем. А где Вилки? Вилки где? Да привет, Адам, у меня такое впечатление, что у вас вертолетчиков сплошные праздники.
Понимаешь, мы 100 часов отлетали. Ставь машину на прикол. Регламентные работы. Ну, профилактика. Вот мы и отдыхаем. А то бы... Летом у нас самая запарка. А что вы делаете? Экспедиции в горы возим. Животноводов. Альпинистов. Спецзадания. Сан-рейс. Сан? Это, кажется, святой. Святой рейс? Бывает. Рядом с ангелами. Страшно бывает? Я никогда не летала на вертолет. Ну, мы разделим напополам. И тебе хватит. Мне кажется, ты раньше времени привел меня в свою компанию. Почему? Мне как-то неудобно среди вас. Вы все свои, а я как бы из другой жизни. Понятно? Ты хотел меня познакомить? Не только познакомить. А похвалить с тобой захотелось. Такого желания у меня никогда еще не было. Правда? Правда. Я верю твоим глазам. Ты честный парень. Я это еще тогда на Иссыкуле почувствовала. Будь со мной таким всегда. Хорошо? Постараюсь. Поклянись Арстанбапом. Почему именно Арстанбапом? Не знаю. Мне кажется, Арстанбап — это ты. Твое детство. Твои родители. Сестры, братья. Одним словом, Арстанбап для тебя — это все. Я права? Права. Я и вертолетчиком-то стал из-за него, нашего Арстанбапа. А правда, Адам, почему вертолет? Мама была просто разочарована, когда я сказала, ну, что ты не совсем летчик. Как это? Не совсем. Ну, в нашем представлении летчик — это рейсы в Москву, Стамбул, Сеул, серебристый лайнер. Что-то не получилось? Все получилось. И ты мечтал об этом? Летать в Каракуль, Казарман? Айша, я ведь из Арстанбапа. Знаешь, лазая по скалам, я любил наблюдать за полетом беркутов. Как я им завидовал. Вот так, как они. Так же летать над горами. Но ведь и самолеты летают. Это не то, понимаешь? Он летит очень быстро и высоко, и оттуда ничего не разглядеть. Ну, скажем, наш дом в Арстанбапе, или даже родители. Значит, я была права, когда говорила об Арстанбапе? Да. Ты знаешь, Айша, порой ты мне кажешься совсем девчонкой, а потом вдруг очень взрослый, мудрёный жизненным опытом человеком. Если бы ты знал, как иногда хочется быть маленькой девчонкой, у кого есть надежные старшие, верные и любимые. Ну-ка, улыбнись. А как вы смеете? Остановитесь сейчас же, что это за фокусы? Я буду кричать. Кричите! Ненормальный. Помнишь, неужели это все было? Нет. Надо немедленно идти.
Сестренка моя, ты маленькая. Как ты уже выросла на весте? Опа! Опа! Байке приехал! Байке приехал! Опа! Байке приехал! Адам Байке приехал! Глазам своим не верю. Как бы снег не выпал. Ах, сыночек! Порадовал! Сыночек! А то каждый раз смотрю на небо, не твой ли вертолет будет? Рахмат-ата. Как поживаете? Хорошо, сынок, хорошо. Байке, а это та машина, о которой вы писали? Да. Нравится? Угу. Как дела, сыночек? Раз уж так ненадолго ехал. Надо было перед приездом дать телеграмму. Увиделся бы со старшими братьями. А то вот, один сено косит в горах, уехал, а другой в лесничество подался. У всех дела. Сюрприз хотел сделать. И такой радости их лишил. Выглядывать тебя. Ничего. Я еще осенью приеду. Ты становишься нам чужим. Как только уехал учиться в летчике, так с тех пор я потеряла покой. Мы здесь все вместе. И на земле. А ты один в городе. И работа у тебя в небе. Апа, не беспокойтесь. Все будет нормально. Да я каждый раз вижу наш дом, когда над вами пролетаю. Адам, мы с матерью стареем. И силы уже не те. Женить младшего сына – это отцовский долг. В твоем возрасте я уже имел двоих детей. Пора тебе поспешить с семьей. Пора. Я уже поспешил один раз. Не говори так, сынок. Отец хочет сказать, когда же мы увидим твоих детей. А ты и ответить не можешь. Почему же? Вот осенью приеду. Возможно, и не один. Байке, ваша Азада Дени зовет. Это специально для твоего дома. Багажник положишь. Сами ткали. И я ткала. Молодец. Помоги, заверни тот конец. Как твой брат женился на мне, так все мои поездки кончились. Все работаем и работаем. Тут кроме орехового леса ничего не видим. Эх, хоть бы ты и женился. Тогда был бы у меня повод съездить в Бишкек. Скажи, а когда ты женишься? Начинается. Только что родители об этом лекцию прочли. Одной мало. Да подожди ты. Неужели у тебя никого нет? А я уже приметила несколько девушек в нашем Аиле и соседних. Одна умнее и красивее другой. Только кивни, и самое лучшее будет сидеть на этом ковре. Спасибо. Я обязательно подумаю.
Заходи, не трусь. Убери пылесос. Айбек, кто пришел? Это мы, мама. Мама, познакомься. Это Адам. Я тебе о нем говорила. Асия Макашевна. Адам. Очень приятно. Затащили вас все-таки на урок музыки. Должен сказать, что я напросился сам. Консервированная музыка на каждом углу. Из каждого магнитофона. А вот живая редкость. Как и летчики в наше время. Девчонками мы все были влюблены в летчиков. Всем очень нравилось почему-то петь. Первым делом самолеты. Ну а девушки? А девушки потом. Сейчас, мне кажется, это потом стало не очень популярно. Да, вы правы. Потом уже никого не устраивает. В том числе и летный состав. Вот как? Ну, желаю успехов. Ее подруга Дамира от вас прямо-таки в восторге. Мама, тебя там жду. Выхожу. До свидания. Ну что ж, кандидат Джезде, первый раунд остался за вами. Мы, кажется, знакомы. Вас зовут Адам? Жаль, что сестра не Ева. Айбек. Ну что, Айбек? Вспомни, что я говорил тебе, когда ты с Исыкуля вернулась. Помнишь? Я пророк, я ясновидец. Ты можешь помолчать, пророк Магомед. Оставь человека в покое. Будущий Джезде, в честь вашего визита я вычистил полы. Ну, вы чувствуете себя как дома. Но не совсем. Айбек, перестань. Ну, как тебе не стыдно? А что я сказал? Я просто напомнил правила игры. А, кстати, может, сыграем партию в шахмат? Можно. Ваш ход. Кстати, а почему вы не пошли в военные летчики? Возможно, вас взяли бы в космонавты. Вот было бы дело. У Айши нос кверху. Да и вообще она перестала бы с нами здороваться. Именно поэтому. А то бы... Понятно. А у вас не серьезно? Не шаляй-валяй? Нет, не шаляй. Она не из тех. Если вы ее обидите, будете дело иметь со мной. Сами понимаете. Я ее брат. Ну как успехи? Кто кого? Да вот, видимо, он меня. Ха. Сам Каспаров в такой ситуации поднял бы. Матч «Реванш» состоится в следующий раз. Я опаздываю на тренировку. А потому общий привет. Желаю вам приятного аппетита и времяпрепровождения. Ты есть будешь? Не хочу. Забавный парень. Сразу поставил все точки над «и». А мама? Мама? А где отец? Отец? Он, знаешь, ушел от нас. К другой женщине. Он очень добрый человек. Я тебя обязательно с ним познакомлю. Папа знает о тебе. У меня от него секретов нет. А когда ты сыграешь для меня? Я еще ни разу не слышал, как ты играешь. Ну, ты особенно не обольщайся. Я ведь не к исполнительской деятельности готовлюсь. Детишек буду учить.
возобновились полеты. Да. Завтра в Атбаши. А потом? А потом на Памир. Недели на две. А дальше Инельчек на месяц-полтора. Международный лагерь альпинистов обслуживать будем. Я тоже уеду. Куда? На практику. Мне предложили в Джалалабадскую область, в район. Но ведь ты же говорила, что преддипломную будешь здесь проходить, в городе. А теперь я передумала. Без тебя здесь будет невыносимо. Ну, зачем же так? Затем. Да и вторую практику надо пройти. Какую еще вторую? Твои родители живут в Аиле, и я, как будущая сноха, должна знать местные обычаи. Нет слов. Не шути. Я хочу, чтобы они приняли меня сразу, не осуждая твой выбор. А почему? Почему они должны тебя осуждать? Слушай, в твоем родительском доме за ширмой буду сидеть я, а не ты. Так что не вмешивайся в женские дела. Не думал я, что ты поклонница старинных обрядов. Приятно удивлен. Есть вещи, возможно, и отжившие свое время, но они милы. Согласен. И никому не мешают. Серьезно? Ну вот сам подумай, что плохого, если я как сноха Келин, по обычаю, буду кланяться твоему дому, где ты родился и вырос, твоим родителям, всем старшим, ну кому полагается. В конце концов, самому тебе, мужу, отцу моих будущих детей. Эй, а ты не очень торопишься, а? Мне кажется, я предложение не делал, нет? Не знаю, почему ты этого не сделал. На твоем месте я бы поспешила с этим делом, товарищ летчик. Ясно, товарищ практикант. Это квартира моего товарища. Он бывший летчик, на пенсии. Уехал с женой на 3 года в Тюмень на заработки. Здесь, может быть, и не совсем уютно, но для холостяка сойдет. Да, мою маму бы сюда. Что-то ты к своей маме настроена. Только недавно со мной беседу проводила. А тебе? Ну и как? Я выгляжу. Неважно. Неприглядно. У тебя в каждом городе по жене. Ты путаешься со стюардессами, шляешься по гостиницам и водишь к себе девиц. А ты что? А я ей сказала, что займусь этим конкретно. Что судьба этого человека мне не безразлична. Что лично проверю все эти мамины соображения, о чем ей и доложу. Это небезопасно. Понимаю. Но я хочу быть с тобой. Что этому мешает? Любимая. Адам, милый, не надо. Хорошо. Не мучай меня. Адам, не надо. Хорошо. Не надо, Адам. Что ты? Не надо. Умоляю тебя. Не обижай нас. Я твоя, понимаешь? Целиком твоя. У меня еще никого не было. Возможно, я дура с комплексами. Некоторые девчонки смеются, что я вот такая. Но я хочу, чтобы это было по-настоящему. Красиво. Ведь это раз в жизни, Адам. После развода родителей, как стала что-то понимать, я дала себе слово и поклялась про себя. В этом, что только в день свадьбы и на всю жизнь. Ты же видишь, я буду с тобой, но я не хочу жить как мама, как ее подруги. Я не хочу так, понимаешь? Побереги меня для себя,
для нас. И не подумай, что я чего-то боюсь. Даже в мыслях не допускаю, что ты меня можешь оставить. Или что-то там еще. Извини. Не уходи. Посиди со мной. Так хорошо, когда ты рядом. Ты не можешь себе представить. Айша, давай поженимся. Поженимся? Когда? Хоть сегодня. Адам, что за спешка? Ты любишь меня, я тебя. Чего ждать? Ну хорошо. Сначала я обещала отцу закончить учебу. Тебя устраивает такое объяснение? Я боюсь потерять тебя. Глупый. Это я должна бояться. Вот вернешься из своих спецзаданий, я уже закончу учебу, а тогда и поженимся. Только ты побереги себя, ладно? Ой, не говори. Пришли. Привет, здравствуй. Ой. Поздравляем с днём рождения. Видишь, пришли. Поздравляю. Проходите. О, привет, привет. Здравствуй. И ты здесь?
Ой, как же. Алло? Айбет, тебя к телефону. Да? Сейчас выйду. Я пригласил девчонку. Можно? Пригласил? Зачем же спрашивать? Лифт у них сломался. Да тише вы. О, здравствуйте. С приездом. Привет, Айбек. Поздравляю. Здравствуйте. Ну, как у вас? Хорошо. Садика? Да, вот сейчас будет. Не говори. Подождите здесь. Идите в мою комнату. Сейчас. Зарима, ты представить не можешь. Ты еще не уходил? Нет. Но я вас, Айша Давлет-Хозе, торжественно приглашаю в свою комнату. Так, на минуточку. Сюрприз, может, какой-то? О, наверное, что-то неожиданное. Опять фокусы. Фокус номер один. Дамы и господа, представление продолжается. Фокус номер два. Здравствуй. С днем рождения. Здравствуйте. Спасибо. Поздравляю. На этом ваш покорный слуга и великий маг Аль-Айбек ибн Давлет кланяется вам. И с вашего позволения... исчезнет на некоторое время по личным мотивам. Мотив ждет на улице, возможно, уже нервничает. Это от ой, нас, спасибо, Аща. Спасибо. Прошу гостей в зал. Какая ты красивая. Мне кажется, господин Адам Мусабек хочет поговорить с моей сестрой в конфиденциальной обстановке. Продолжительность переговоров 5 минут. По срочному тарифу. Ой, я пока пить хочу вас найти. Пища, товарищ. Дорогие гости, вот еще. Минутку внимания. Налейте, пожалуйста, всем в бокалы шампанское. Слышали, да? Давайте всем наливать шампанское. Где твой бокал? Есть сверхсуперсообщение. Считайте, что с этой минуты они официально помолвлены. Мой будущий джизде, Адам Мусабек, как положено по обычаю предков, преподнес моей сестре серьги. Со своей стороны она должна была подарить расшитый платочек. Но за неимением оного она дарит по нынешним обычаям ему не менее драгоценный поцелуй. За помолвку. За вас. Спасибо. За Айшу я дама. За ваше счастье. А когда же свадьба? Осенью, да, Адам? Правда? Осенью. А у вас когда свадьба, Луис? Не скоро? У нас попозже. А у нас все попозже. Луис, смотри, Салима может перегореть. Ты что такой бледный? Устал все-таки? Высота есть высота. Пойду покурю. Ты не против? Я с тобой. За Айбека, друзья, который нас сегодня веселит, как никто, не дает ни минуты скучать. За его будущее. За Айбека, за Бакира Аль-Айбек и Вандавлета. За нашего Катамыча.
Знаешь, Адам, я даже не подозревала, что способна на такое чувство. Все это ты открыл для меня. Спасибо тебе. Расскажи что-нибудь. Как леталась? Боже мой, я тебя целых 2 месяца не видела. А когда-то не видела совсем. Правда? А знаешь, Адам, что я придумала? Ты помнишь ту остановку в Челпанате? Ну, где мы встретились первый раз? Помнишь? Конечно, помню. Значит так. Перед свадьбой на несколько дней в конце сентября поедем на Иссык-Куль. Я буду стоять на том же месте, а ты появишься на своей машине в то же время. И все должно быть как тогда. И костюмы, и музыка, и альчик красный. И купаться будем на том же берегу. И фотографироваться будем так же. Многоуважаемая Айша Давлеткуза, кажется, сегодня не мой день рождения. Пришли еще гости. Народ ждет вас. Мы сейчас. Заранее пригласим домой самых близких. В первую очередь, конечно, папу с тетей Жамилюй. Она хорошая женщина, правда, ее моя мама терпеть не может. Кстати, где твоя мама? Она где-то у своих подруг. Не стала нам мешать. Думаю, она правильно поступила. На чем я остановилась? А, так, значит, пригласим самых близких. Друзей тоже, естественно. Пусть нас все ждут, а мы появимся, взявшись за руки, и прямо с порога объявим. Можете поздравить нас? Мы сегодня женимся. Представляешь? Одно добавление. На следующий же день с друзьями отправимся в Арстанбаб к моим родителям. Как ты на это смотришь? Гениально. Но не больше. Там мы познакомим наших родителей. Да. Хорошо? Угу. Пойдем. Гости, наверное, уже заждались. Ах, да. Летчики тоже имеют право расслабиться. Да. Ну, конечно. С дороги устал. Притом резкая перемена климата. Ну как? Теперь получше? Лучше. Жизнь хороша. О, и жизнь хорошо. Мы сейчас? Салют, командир. Все в порядке? Все в норме. Привет. А где Валера? Где-то здесь, командир. Все на стреме. Ждем, что принесет Стелла на своем пышном хвосте. Привет, мальчики. Стелла! Что готовит нам день грядущий? Все нормально. Ваш отпуска в сентябре. Как говорится, бархатный сезон. Хоть мне пришлось доказывать, что Адам женится исключительно первый раз в жизни. И в последний. И что всеми нами уважаемый стажер бортмеханик из Дружественной Республики Куба, сеньор Луис Мадрид, должен непременно присутствовать при этом событии. И еще есть 2 важных сообщения.
Первое. Нашего Адама Мусабека, видимо, скоро назначат командиром эскадрильи. Ура! И второе. Министерство просит рекомендовать опытный экипаж для работы за границей для выполнения спецрейсов в условиях Горной Африки. Хочу в Африку, на родню моих далеких предков. Среди кандидатур есть и ваш экипаж. Не исключено, что молодоженов Мусабековых осенью проводим в Африку. Свадебное путешествие. Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей. Привет, Валера. Наш жених попал в полосу везения. Невеста умница, красавица, а сам? В 28 лет? Командир корабля. В самой близкой перспективе работа за границей. Ну, ребят. Не внули для одного человека? Фу, плюнь через левое плечо, чтобы не сглазить. Мальчики, за утечку информации меня сдобровать. Могила, Стелочка, само собой. Может, сегодня вечерком посидим у меня? Как было и добрые времена. Хотя теперь вы все при невестах. Слушаемся. Стелла, твоя просьба. Спасибо, Адам. А я бы оставил. Я всегда говорила, что у тебя говорящее имя. Впрочем, как и у меня. А пока мальчики в санчасти за полетным заданием. Вас ждет больной в Сараджазе. Ну, пока. Думаю, ничего особенного. Анализы у тебя нормальные. Вероятно, ты немножко перетомился. Много куришь? Вообще-то да. Надо сократить до минимума. А лучше бросить. Тебе необходимо немного отдохнуть. Да у меня отпуск в сентябре. Вот отлично. До отпуска полетаешь в щадящем режиме. Лучше не летать. Но я здоров. И чувствую себя хорошо. Дай-то бог. Но некоторое время ты будешь под нашим наблюдением. Начальство уже знает, так что... Ну как? Да так. Все нормально? Словом, скажи спасибо, что не отстранили от полетов. Айша, ни слова. Пусть спокойно готовится к экзаменам. А там прорвемся. Естественно. Нет. No smoking. Отстранить тебя от полетов. Что-то происходит в твоем организме. Будем обследовать. И сколько это может продлиться? В любом случае, на скоро не рассчитывай. О, заходите! Сестра готовит вам сюрприз. Садитесь. Сейчас. Ein Moment.
Откуда это? Папа заказывал. Как экзамен? Молодец. Вы ее раньше времени не хвалите. А вот когда она получит красный диплом, тогда другое дело. Тем не менее, позвольте вас угостить шампанским. Правда, из маминых НЗ. Не надо открывать, Олег. Я не буду. Что с тобой? Какой ты сегодня скучный. Ты случайно не болен? Нет. Просто устал. Не обращай внимания. Как не обращать? Тебя явно что-то гнетет, я же вижу. Чувствую, я вас утомляю своим присутствием. Видимо, я тут персона нон грата. А у меня, наоборот, сегодня хорошее настроение. Перед смертью моя бабушка в последний раз погадала и сказала, что я буду счастливой. Тогда я не поверила. Но, оказывается, она была права. Мы будем счастливы, правда? Я надеюсь. Здрасте. Здравствуйте. Мне бы к доценту. Ваша фамилия? Мусабек. Идемте. Подождите. Мусабек, говорите? Где его история болезни? Повторный снимок подтверждает наш диагноз. Да. Это пятнышко, и мне не нравится. Пригласите больного. Хорошо. Здрасте. Здравствуйте. Садитесь. Как вы себя сегодня чувствуете? Нормально. Голова не беспокоит? Не кружится? Нет. Вот что, мадам Мусабек. Вы летчик. Стало быть, мужественный человек. Значит, будем говорить напрямую. Вы знаете, что такое тумор церебри? Нет. Это по латыни. Опухоль мозга. Болезнь с плохим прогнозом. Обнаруживаем, когда дело доходит до потери зрения, паралича и так далее. Это имеет отношение ко мне? Имеет. Вам надо хорошенько отдохнуть. Подготовиться к операции. Через несколько дней вернется профессор. Он сейчас на международном симпозиуме онколог. Последнее слово за ним. Понятно. Но ведь опухоль может быть доброкачественной. Может быть. Я вам советую куда-нибудь поехать. Дом отдыха, горы, на чистый воздух. И постарайтесь как можно меньше думать о предстоящем. Легко сказать. Но я постараюсь. В любом случае. Сегодня у нас что? Среда. Значит, через неделю. Где-то в это время. Договорились? Договорились. До свидания. До свидания. Всего доброго. Куда вам путевку? Всем подавай только путевку. И сей момент. Куда-нибудь в горы. Это другое дело. А то все хотят только на Иссык-Куль. В Крым. Даже на Черное море не хотят. Представляете? Значит, куда-нибудь в горы. Вы счастливчик. Хотите в теплые ключи? Путевка горит. При желании через полтора часа будете там. Нам просто везет.
Айша, ради всего святого, не ищи меня и не требуй объяснений. Так будет лучше для нас. Возможно, скоро смогу все объяснить. А может и нет. Адам. Да, войдите, давно ждем. Добро пожаловать. Адам Мусабек, соседями будем? О, как же, обязательно. Я Токпай, Джамансартулу. А вы извините, мы вчера тут немножко развернулись. Надеюсь, не помешает? Не помешает. Мне стол не нужен. Не могу согласиться с такой позицией. Стол всегда нужен. Чтобы он лучше ломился, а? Но, правда, здесь не хватает одной существенной детали. Но меры приняты. Люди, верные люди, уже работают в нужном направлении. Не в этом ли? О, Адам, вы грейсмейстер. Сразу поставили меня на место. 1-0. Теперь давайте поставим на место и моих друзей. Вчера мы тут дали немножко, так что уж очень долго они рыщут по окрестностям санатория. Здоровье надо бы поправить. Не возражаете? Давайте, давайте. Распоряжайтесь. О! Всякую всячину пил, но такую еще не пробовал. Адамжан, ну, за знакомство. А, вот это водка. Пошла как по маслу, родимая. Очень жаль, что через 2 дня у меня срок кончается. А то мы с тобой тут выдали. До тебя здесь жил один такой странный человек. Не пьет, не курит и женщинами не интересуется. А вроде бы еще не старик. Ладно, поехали. Вот сразу видно настоящий человек. Поехали, за здоровье, значит. Ты закусывай, закусывай. Вчера друзья были, понавезли все это. Чего бы им не привезти? Я многим нужен. Заготавливаем, значит, лук, чеснок, абрикосы, яблоки. А пару машин с прицепами в Сибирь или на север, год можно не работать. Надо уметь жить. Пока Минсельхоз шевельнется, ты уже сделал свое дело. Правильно я говорю? Правильно. Вот-вот. Живем-то один раз, понимаешь, черт возьми. Понимаю. Эй, ты кто? Где работаешь? Ты случайно не из этих, а? Ха. Да нет, я летчик. Серьезно?
Значит, ты летчик. Это хорошо. У меня еще не было знакомого летчика. Значит, теперь есть. Ты вот скажи, каждый день жизни рискуешь. А сколько имеешь? Когда как. Особо не жалуюсь. Да ладно, я знаю, сколько ты получаешь. Твой годовой доход, не стоит тонну чеснока. Ну, ты сам обмозгуй. Мы обычно на машину грузим до 7 тонн. Слушай, давай выпьем. Правильно. Давай. Я заболтался. Обидно, понимаешь? Мы вкалываем в пот лица. План по заготовке надо выполнить. Это раз. И себе кое-что выкроить надо, это два. Еще надо найти грузовик с прицепом надежных людей. Согласись, на каждом шагу риск. А северянам, северякам нужно помочь витаминами? Нужно или нет? Нужно. Значит, нужно. Пусть нам сопутствует удача. Ты закусывай, Лёчек, закусывай. Теперь у меня есть в Аэрофлоте свой человек. Правильно? Правильно. А ты можешь достать билеты или отправить товар? Могу. Если у тебя есть деньги, или ты можешь что-нибудь сделать, то люди с тобой считаются. Тебя уважают. А если у тебя карман пустой, и ты ничего не можешь, то дело твое пшик. Чем, например, я хуже министра? Ничем. Вот-вот. Я сразу понял, что ты умный и культурный человек. Молодец! Слушай, пойдем к бабам, а? Тут есть кое-кто, не возражаешь? Ну, ты каких предпочитаешь? Полненьких или... Я всех предпочитаю. Ну, ты универсал. Молодец! Молодец! А я предпочитаю полненьких. Просто обожаю. Давай выпьем за баб и пойдем к ним. Они тут недалеко. В этом соседнем корпусе. Ты что, ложишься? Спать хочу. Как спать? Ты что, спать что ли приехал, а? Такой молодой, симпатичный. Я устал. Отдохнуть хочу. И тебе советую. Ну вот. Еще один мулла нашелся. Кто сопровождающий? Я. Зачем же его выписали?
такого славу. Еле душа в теле. Да, так их и выписывают, чтобы в клинике не умер. Рак. Вскрыли, посмотрели, зашили. А еще вчера вечером их припрятал. Знал, что утром голова будет трещать. Ух. Вот видишь, пригодились. Это практика. Пей хорошее пиво. Правда хорошее. А, это алматинское. А наши не умеют делать. Мы вчера дали. Ух. Адамжан, может, по стопчик рванем, а? Нет. Все. Мне хватит пива. Ты что, серьезно? Я так не могу. Я пас. Где-то уже нашли нужные препараты. Проглотишь десяток таблеток, сделают тебе несколько уколов, и, пожалуйста, опухоли нет. Ты здоров? Иди домой, занимайся своими делами. Наслаждайся жизнью вместе со своей любимой Айшой. Победили же многие болезни, от которых погибали тысячи и тысячи людей. А вдруг профессор на международном симпозиуме узнал новый метод лечения и даже привез необходимые лекарства. Старший инспектор Керим Хусейн. Превышаем скорость. Лейтенант, у меня летные права отняли. Ты хочешь эти забрать? Ты лучше не дышал бы в мою сторону. Пьян? Да хотелось бы. Не получается. Что мне с тобой делать? Это не ты прилетал? На чем нашел? Когда там автобус разбился. Я много куда прилетал, лейтенант. Да вот, отлетался. Теперь путевка в онкологию. Бесплатная. Может, обойдется. Может быть. Фирма гарантии не дает. Ну, ты не очень гони. Другие-то при чем? Есть, товарищ лейтенант, тут все будет нормально. Ну, счастливо.
будем оперировать. Понимаете, тут не отсидишься. Риск. Очевидно, вам это хорошо знакомо. Знакомо. Когда операция? Через неделю-две из Южной Кореи приезжает специалист по нейрохирургии, врач, прекрасный врач. Было бы неплохо, если бы в этой операции он принял непосредственное участие. Профессор, а можно мне к родителям съездить? В Арстанбаб. Дня на три. К родителям? До четверга успеете? Успею. Тогда счастливо. В добрый путь. Спасибо. До свидания. О, а вот и дождик. Говорят, к добру. Вы как летчик. В приметы верите? Приметы? А зачем? У меня альчик есть. Айкур, значит, вперед. Адам, ну надо же, что вы тут делаете? Даже не замечаете, не смотрите, богатеньким будете. А, это вы, Дамира. Ой, извините, я такая болтушка. А кто у вас тут? Что-то случилось? Простите, мне очень некогда. Ну что, Адам? Что решил? Что будешь делать? Нет. Завтра у нее последний экзамен. Ладно. Потом. Все потом. Здравствуй, Айша. Слава Богу, хоть до тебя дозвониться. Это я, Луис. Айша, а где Адам? Ты не знаешь? Не знаю и знать не хочу. Что с тобой, Айша? Вы что, поссорились? У вас есть ко мне еще вопросы? Погоди, что-то я не понял. Ты на себя не похожа. Слушай, нельзя так. Две года такие минуты. Какие минуты? Что случилось? Я думал, ты знаешь. Что я знаю? Я ничего не знаю. Говорите. Подробности пока я не знаю. Только что вернулся из экспедиции. Но говорят... Что говорят? Что случилось, Луис? Говорят, Адам приболел. Как приболел? Говорите, не мучайте меня. Как тебе сказать? Ну, ерунда словом. Опухоль. Что ли? Какая еще опухоль? Что вы говорите? Соображаете, что вы говорите? Он такой молодой, здоровый. Айша! Слышь, Айша, успокойся, пожалуйста. Честно говоря, я сам еще толком ничего не знаю. Сам не верю. А где он? Где он сейчас? Да если я б знал, зачем его ищу? Дома его нет? Тысячу раз звонил. Что делать?
О, Боже, что делать? Луис, вы можете ко мне приехать? Нет-нет, лучше вы постарайтесь у друзей разузнать, где он может быть. И позвоните, хорошо? Я буду ждать. Снова плачешь? Ты же обещала больше не плакать. Завтра у тебя последний экзамен. Да плюнь ты на него! Перестань! Одно и то же долдонишь каждый день. Алло. Привет, это я, Дамира. Как настроение? А я видела твоего летчика. Где? Представляешь, он еле-еле соизволил со мной поздороваться. Пижон воздушный. Дамира, ты можешь наконец сказать, где ты его видела? Айша, ты что нервничаешь? Нашла из-за чего трепать нервы. Я тебя очень прошу, где ты его видела? Так вот, слушай, мы сегодня занимались в онкологическом. Идем по коридору. А он выходит из кабинета профессора Чингиза Махмудбека. Такой деловой, озабоченный. Наверное, кто-то у него там лежит. Когда? Не тяни, пожалуйста. Айша, что с тобой? Ты что, плачешь? Когда ты его видела? Ты можешь мне сказать? Примерно 2 часа тому назад. Я только что оттуда попала под дождь, замерзла. Ужас. Слушай, Дамира, а мы того профессора сможем найти? А зачем он тебе? Нужен. Я тебя очень прошу. Быстренько одевайся и выходи. Буду ждать дома. Отсюда вместе поедем к нему. Зачем? Не спрашивай. Ты куда собираешься в такую погоду? Надо, мам. Надо. Что значит надо? Ты что, не можешь нормально ответить? Мама, в чем дело? Зачем ты это сделала? Стыдно слушать. Ни стыда, ни совести. Бегает, разыскивает бездомного какого-то вертолетчика. Как ты можешь? Ты что, это серьезно? Вполне. Я не для того растила и воспитывала дочь, чтобы потом какой-то козел в брюках. Мама! Ты отвратительна. Ах, вот уже как. Ну что ж, спасибо. Подросли, детки. Заговорили. Дура я, дура. Молодость отдала. А ты думала, мы все время будем молчать? Ты что тут торчишь? Погуляй. Да, ты нас кормила, одевала. Спасибо. Да, мы выросли на подачках твоих ухажеров, твоих дельцов, которые так заморочили тебе голову, что ты унизила своего мужа. Ты унизила нас, своих детей. Теперь хочешь вмешиваться и в мою жизнь? Ты знаешь, когда я поняла, что такое мужчина? Когда папа ушел. А знаешь, почему Адам стал мне особенно дорог? Он мне отца напоминает. И я не позволю отнять это у меня. Ясно, мамочка? Девчонкой была, а до сих пор помню. Как тебя твои подонки называли. Мамочка. Привет. Что случилось, Настя? Потом. Пошли. Ничего не надо говорить. Я все знаю. Как ты мог? Ты хотел облегчить мою участь, но ведь я не посторонний тебе человек, не чужой. Извини, так уж получилось. Честно говоря, я и сам не знал, как поступить. Что тут? Что тут не знать? Тебе хоть немножечко стыдно? Нет?
Ты что, в темноте сидела? Когда я шел, света-то не было? Не было. Боялась, что ты, увидев свет, убежишь. Есть хочешь? Хочу. Я так и знала, что ты голодный придешь. Давай умойся, сейчас сядем за стол. Айша, за это время я много думал о тебе, о себе, о нас, о жизни. Что поделаешь, раз так случилось, необходимо взять себя в руки. Конечно, надо надеяться на лучшее. Но не стоит забывать и о худшем. Какой я была наивной. Меня страшило, что всю жизнь придется дрожать за тебя, пока ты в полете, пока не перешагнешь порог дома. Я уже начала прислушиваться к звукам самолета, не находила себе места, когда твой рейс задерживался в непогоду. Оказывается, все это была чепуха. Я готова всю жизнь волноваться за тебя. Но только не это. Только ты живи, пожалуйста, живи. Да живой я пока. Чего ты меня оплакиваешь? Когда ты так странно исчез, я, конечно, переживала. Даже плакала. Но в душе никак не могла поверить, что все, что у нас было, это фальшь. И я хотела увидеться с тобой. Поговорить. Посмотреть в твои глаза. Ну ладно. Ну, не сердись. Да я не виню тебя. Ну почему мир так несправедлив? Почему это случилось именно с нами? В чем мы провинились? И все это тогда, когда мы только начали строить свое счастье. Сколько подлецов, сколько низких, грязных людей. Почему с ними ничего не случается? Сколько алкоголиков, наркоманов, проституток, которые не ставят ни во что, ни свою, ни чужую жизнь. Почему судьба обходит их? Почему именно ты? Такие люди, как ты, должны жить. Жить. О, Боже, я, наверное, сойду с ума. Ты несправедлива к людям. Со всеми все случается. Как ты можешь судить? Ты еще девочка, маленькая, глупая. Я-то навидался. Иногда за один рейс только горе. Помню, на чём нашу автобус разбился. Дети гибнут. Вот самое страшное. А мы что? Как в русской песне. Жена себе найдет другого, а мать, сыночка, никогда. Глупая песня. Глупая. Ну вот. Уже и песня виновата. Адам! Зажги, пожалуйста, свечи. Вот так лучше. Знаешь, Адам, мы ведь должны были в эти дни пожениться. Адам, я тебя хочу. Хочу быть твоей женой. Сегодня, сейчас, с этой минуты. Перед самим Аллахом мы должны стать мужем и женой. Ты должен выжить. Ради меня, ради нас, ради нашей любви. Айша. Не говори ничего, не говори. Что будет с тобой потом? Тебе жить да жить. Знаю, на что иду. Мил, дорогой. Любимый. Айша. Я сейчас. Thank you.
Айша! Айша! Милый, я ценю твое благородство. Уехала на такси. Зайду после экзамена. Целую. Твоя Айша. Доброе утро, Валера. Это я, Адам. А, Адам, это ты? Что, разве уже утро, а? Да, уже. А мы тебя ищем, с ног сбились. Ну, как ты там, а? Жив. Валера, я прямо сейчас, пока прохладно, выезжаю в Ростендап. Надо повидаться с родителями перед операцией. Сам понимаешь. Конечно, понимаю. Знаешь, сегодня у Айши последний экзамен. Съезди, пожалуйста, в училище и объясни ей, где я и что. Да. Хотел позвонить. Ну, пусть она поспит перед экзаменом. Ладно. На свои едешь? Конечно. Сам за рулем? Ну, а кто же еще? Смотри, командир, осторожней. Все в норме. Привет. Ты же меня знаешь. Бишкек песню любит. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Бисмиллахи рахмани рахим. Амин. Thank you.
Погоди. Бессовестный. Ты как здесь оказалась? Ничего не понимаю. Первую брачную ночь убежал. Еще раз бежишь? А? Тогда убегу я. Да? И ты уж меня ни на каком вертолете не найдешь. Ребята, что ли, подбрось? Ну, Валера. Ну, Луис. А куда они пошли? Джалалабад, на дозаправку. Скоро будут обратно. У них геофизики. А я на всякий случай взяла с собой свадебный наряд. Да? Черт, а не девка. Ладно, ты мне такой нравишься. Пойдем к машине. Нравлюсь? Да ладно, ладно. Люблю. Люблю! Ладно, ладно. Даже при экзамене не спросил. Да, как экзамен. Я до того ошалел, когда тебя увидел. Нормально. А я жду тебя. Часа три ждала. На гору залезла. С нее далеко видно. Потом смотрю, едешь. Молодчина. Поздравляю. Это они. Я на этом прилетела. Ну, черт. Ну, встретимся. Держать хвост морковкой. Прорвемся. В любом случае, мы вас любим. Борт 25788. Валера, Луис, Стелла, Дамир, Айбек, Зарема.